Отдай сумку мне. Добро пожаловать. У вас очень красивый дом. Спасибо. Давай я покажу тебе твою комнату. Пойдем. Я не верю. Я правда буду здесь жить? У вас ребенок, что ли, есть? Нет, у нас есть племянница, она живет за границей. Я сделал эту комнату для нее, чтобы она оставалась здесь, когда будет приезжать. Как ее зовут? Айше. Твоя ровесница. Вы проголодались, пойдемте покушаем. Пойдем. Садись сюда, там очень удобно. Нет, я посижу здесь. Сестра Джандан, говори, дорогая, а как долго вы женаты? Мы недавно, поженились. А как вы познакомились, дядя Демир? Как вы познакомились? Однажды, в дождливый день, идет дождь. И? Есть же моя племянница, о которой я говорил, Айше. Мы остались под дождем с Айше. Промокли и бежим. На краю дороги мы увидели щенка. Какого? Черного. Черного? Он был черного цвета, вот таким. Его задняя нога была повреждена, и он хромал. Ой, как жалко. Моя племянница взяла его на руки. Не смогла оставить его там. И мы заметили табличку ветеринара. А когда вошли внутрь, мы встретились с твоей сестрой Джандан. Сестра Джандан, ты ветеринар? Да. Я тоже стану ветеринаром, когда вырасту. Правда? Отлично. А я могу пойти с тобой на работу? Можешь. А потом, когда я увидел Джандан, тогда я влюбился. Как в фильмах. Еда остывает. Давайте начнем. Спасибо, сестра Джандан. Приятного аппетита, дорогая. Наелась? Тогда давай, малявка, помой руки, почисти зубы, одень пижаму и бегом спать. Меня зовут не малявка, а Ойкю. Как я все это сделаю? У меня нет ничего в этом доме. Я купила тебе все новое. Твоя пижама на кровати, зубная щетка в ванной. Пойдем. Спасибо, сестра Джандан. Не за что. Пойдем. Ванная здесь. Джандан, я не могу, Джандан, не могу. Дочь называет меня дядей Демиром. Как я скажу ей, что я ее отец, я не могу. Ты будешь терпеть, Демир. Ты уложишь ее и прочитаешь ей книгу, как и всегда. А утром, как всегда, отведешь ее в школу, Демир. Хорошо. Потерплю. Кто это? Могу войти?
Иди. Ойкё. Прошу прощения. Не. Почему? Я не смог показать тебе Златовласку. Златовласка? Златовласка, которую я посмотрел сегодня. Это не важно. Я не смог показать тебе ее, но... могу прочитать, если хочешь. Правда? Ты будешь читать мне книжку? Хочешь? Правда? Хорошо. Тогда двигайся. Когда мне было 6 лет, в книге, где рассказывалось про девственные леса, в книге «Правдивые истории», я увидел однажды удивительную картинку. Каждый день планета маленького принца Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.